И точно ваш вклад будет заметен. И это правильное дело, это правильный пример. В лесополосе поселка Горки-10 собрались местные жители, общественники, депутаты. Глава муниципалитета Андрей Иванов дал старт субботнику. Организаторы позаботились обо всем необходимом для уборки территории. Есть все необходимое, инвентарь. У нас есть, я так понимаю, инструктор, наш самый главный, который раскидает участки, гектары по зонам, по ответственным. Участники субботника распилили сухостой, убрали мусор и прошлогоднюю листву. В помощь активистам необходимая техника и инструменты. Ну а всем, кто постарался навести порядок в лесу, угощение с полевой кухни. Мы надеемся, что все-таки 2024-2025 год мы все-таки здесь сделаем площадку. Но благоустроить, построить, поставить МАФы – это одно. А когда есть возможность уже гулять, дышать, и чтобы это был чистый лес, это уже парковая территория. И мы хотя бы вот то, что имеем возможность сделать своими силами, мы будем это делать. И будем стараться, думаю, что еще не один субботник мы здесь проведем, для того, чтобы вычистить лес от сваленных деревьев, сложить красиво их. И я думаю, что в перспективе и мероприятия какие-то здесь будем мы сейчас планировать. В будущем здесь планируется строительство парка. Зона отдыха будет включать в себя несколько территорий для прогулок, а также для проведения спортивных и культурных мероприятий. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».